Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем открывать настоящую конфету. Да, Заряна, ты видишь, какая конфета у Златы? Реально, это настоящая конфета. Мы будем открывать. И что у нас в конфете, девчонки? Ну, можно догадаться, потому что у Заряны вон пасочки. Зяночка, покажи свои пасочки. Вот такие. А поможешь Злате открыть конфету? Помогай конфету открывать. Так, давайте, рвите, показывайте, что там. Ну, и что там? Песок. Какого цвета у нас песок? Не знаю, какой. По-моему, розовый. Доставай. О, вау! Класс! И вишенка. Вот такой вот у нас песочек розовый, да, девчонки? Все, ты уже не можешь ждать. Высыпай все на поднос. Осторожно. Да, классный. А ну, вау, точно мягкий. Он классный. Да, все, Заряна уже пасочки делает. Я буду делать красивенькую вишенку. Получилось 4 только стаканчика. Высыпай белый сначала, Златочка. О, класс! А теперь, не-не, красный, красный сверху. Класс! Так! Вот какая у нас пирамидка. Желтый теперь давай стаканчик. Зянушка, давай свой зеленый. Давай свою зеленую пасу. Рассыпалась чуть-чуть. Ничего страшного. Давайте, девчонки, собирайте. Злата поможет. На стол постучите. Вот. Класс. Отлично получилось. Супер. Да, ставьте лайки. Пока-пока.